Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 29 сентября по 4 октября. Ну что, поехали! За первое испытание можно получить 80 тысяч кредитов. Для этого всего лишь нужно продемонстрировать технику скорость 30 раз. Берите свой самый быстрый автомобиль и отправляйтесь на самую длинную трассу. Думаю, сложности здесь не будет. За второе испытание можно заработать 95 тысяч опыта. Для этого вам необходимо победить в гонке на автомобиле марки Abarth. В общем, на одном из этих автомобилей. За третье испытание можно получить 3 призовых игры и 55 тысяч кредитов. Для этого необходимо завершить чемпионат на автомобиле марки Porsche. Лично я не стал проходить существующий и создал новый. Единственная проблема, что в игре в основном машины из дополнений, и найти дешевый на аукционе достаточно проблематично. Последнее и самое сложное испытание – это получить 3 звезды за знак «Опасно» в аэропорту. Мне удалось это сделать достаточно быстро. Нужно всего лишь взять самую быструю машину и постараться аккуратно приземлиться. А лучшую траекторию вы увидите на экране. Но приз за данное испытание Porsche 911 3.3 и 35 тысяч опыта. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео оказалось полезным. Не забудь подписаться на канал и поддержать лайком. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.